Крестники там, они честь отдавали вот этой вот развалюхе, которая проехала мимо. И стояли на вытяжку, потому что ехал человек, которого они уважают. Просто уважают от, чисто вот от своего сердца. Есть известнейший человек в Москве, Гуров, по-моему, да? Власть Петров. Гуров? Больше начальник уголовного розыска. Уголовного розыска. Это легендарная личность вообще. И у него не было вот этих вот полутонов, да, он, у него вот черное, белое, серое, было только белое и черное. И я вот рада тому, что вот этот человек, он все-таки поднялся, вошел в Госдуму Российской Федерации, в свое время он двигал законы, законодательство, он чистил, вычищал тоже. Это действительно легендарная личность, о которой я думаю, что можно там такие легенды рассказывать, да, но вот это вот серое, либо белое, либо черное, да. Но вот этот сговор между тем добром и злом, но он неприемлем, я считаю, в этой жизни, когда речь идет о населении, о безопасности твоей страны, о твоих близких, о твоих друзьях, о твоих, о той территории, где ты живешь, да? Это не пустые слова, потому что от тех людей, у которых есть власть, зависит очень много. Я думаю, что это действительно будет разделено. Спасибо.